А сейчас переходим к международным новостям. Этой ночью в центре Приштины прогремел сильный взрыв. Неизвестные бросили самодельную бомбу в здание парламента самопровозглашенной Республики Косово. О пострадавших пока не сообщается. Известно, что взрыв сильно повредил фасад здания. Сейчас на месте работают взрывотехники. Они должны установить тип и мощность бомбы. Ответственность за эту атаку на данный момент никто на себя не взял. Сейчас мы пытаемся восстановить полную картину случившегося. У нас есть несколько версий, мы их отрабатываем. По тревоге поднят весь состав городской полиции, но пока говорить о каких-то результатах слишком рано. Власти обвиняют в случившемся радикальную оппозицию. Накануне правительство предложило парламенту ратифицировать договор о границе с Черногорией. Против этого выступили сразу несколько партий. Они считают, что соглашение лишит Косово аж 8 тысяч гектаров земли. В случае принятия документа они обещали пойти на крайние меры. И этот взрыв мог стать таким вот предупреждением для властей.